Итак, привет всем. Сегодня у нас 20-долларовая сессия. 4 зеленых, как жаба, билета. Судя по цвету, это будут выигрышные билеты, хотя бы один. Тем более, что один вон есть с белой полоской. Выигрышный явно билет. Почему должны быть выигрышные? Ну, уже пора, ребята, уже сколько можно покупать билетов? Ну, скорее всего, статистически, может быть, будет один билет с выигрышем в $5. Но также статистически, я думаю, что мне уже задолжали неплохо. И уже не мешало бы, как бы сказать, заплатить. Ну, давайте смотрим. Значит, ищем совпадение между одним или больше из выигрышных номеров с одним или больше из наших номеров. Либо могут быть умножитель, мультипликаторы 2, 5, 10 и 20. Еще раз, из этих 4 билетов, я думаю, может быть, один будет выигрышный $5, ну или там 10. А может быть, не будет ничего. Значит, смотрим либо умножители, либо если мы увидим один и тот же номер, появляется больше одного раза. Ну, например, увидим 3 еще раз, да? Это будет означать, что билет выигрышный. 22, 25, 23. Тоже хорошие все номера. Не знаю, как на меня, так этот билет должен... Кстати, действительно, вот этот билет выглядит как выигрышный. Я даже догадываюсь, какие номера будут выигрышные. Я не буду говорить, потому что они не совпадут. 4, 6, 11, 12. 4, 6, 11, 12. Не совпал. Хотя, как на меня, вполне нормальный билет. 139, да? Scratch back for bonus place. То есть еще какая-то бонусная игра. Если звездочка, значит, выигрываешь чего-то, да? Корона, колечко, звездочка. Ну, наверное, будет $5, да? Бонус. Сколько здесь можно выиграть? $5. Хорошо, ладно. Это вполне возможно будет единственный выигрыш из этих 3 билетов, из этих 4 билетов. Но вот это еще с белой полоской. Давайте посмотрим, может быть, он будет хороший. 11, 15, 17, 8, 21, 3, 2, 14, 12, 16, 7 и 24. Повторяющихся номеров нет, но посмотрим. Значит, 9, 1, 13 и 6. 1, 6, 9, 13. 1, 6, 9 и 13. Здесь у нас ничего. Смотрим здесь. Звездочку ищем, да? Ищем звездочку. И не находим. Как на меня, дайте уже хотя бы 50 тысяч. 4, 18, 16, 13, 22, 23, 11, 24, 8, 1, 19 и 17. Повторяющих номеров нет, но как на меня, еще раз, я бы сказал, что это нормальный выигрышный билет. 3, 25, 6, 2. 2, 3, 6, 25. И тоже я ошибаюсь, ничего у нас тут такого нет. Жаль, конечно. Звездочки нет, звездочки нет. Звездочки нет. И звездочки нет. Последний билетик. 4, 24, 14. Давайте 34 еще нам дайте. 12, 13. 1, 17, 2 и 9. 3, 6, 8 и 25. 3, 6, 8 и 25. Ничего, да? Итак, здесь у нас звездочка есть, звездочки нет, звездочка есть, нет, есть вишенки какие-то. Яблочко и, наконец, шляпка. То есть, как и предполагалось, из 4 билетов один выигрышный. И статистически как раз таки искомые 25%.